проекта Орловского государственного университета имени Тургенева. Начало приемной кампании, участие ректора опорного вуза в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу от партии «Единая Россия». Эти и другие темы обсуждались во время встречи Ольги Пилипенко с орловскими журналистами. Я понимаю всю ответственность, потому что идти, во-первых, после Николая Дмитриевича, это очень серьезно. И действительно ответственно, это первое. Но надеюсь, что просто управленческий опыт, который за последние годы особенно сложился, когда мы действительно взаимодействуем для того, чтобы университет поднять и другим его сделать, приходится взаимодействовать со всеми министерствами, ведомствами, со всеми замами министров и министрами иногда. Потому что ставятся серьезные задачи, если не смотреть... Такие космические задачи не ставить, не выполнишь даже то, что просто необходимо. Поэтому, выполняя такие стратегические вещи, понимая их, видя, можно достигать и таких успехов, которые и для коллег важны, и для студентов, и для региона вместе. Первое время останется, как я, если буду, пройду праймерис, если заявлюсь на выборы, первый проректор будет исполнять обязанности, до тех пор, пока вот коллеги не решат, что наступила пора выборов. Подробности расскажем в следующих выпусках главных новостей.